Подождите, а вам помощь не нужна? Что у нас контролер хотел проверить? А вы из чего? Я журналист просто. Давайте я вам помогу просто. Не давайте им паспорт. Не давай. Просто пойдемте, идите, да? Пойдем. Пойдемте. Просто идите, они не могут вас задерживать. Просто идите и все. Руки убрал свои! Слышь? Руки убрал свои! Сейчас полицию вызовем! Вызывай! Свет, вызывай по 7-4-7. Вы что делаете? Вы сейчас по 286 быстро уедете. Я не пойму, что происходит. Тим, почему он тебя нападает? Да, 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 вот, я не пойму. Мужчина, что вам произошло? Почему-то на нашего контролера-то нападает? Нападаете? Человек, вы будете предъявлять или нам удостоверять через сотрудника полиции ваш паспорт? Да. А у вас есть полномочия паспорт показать? Нет, у них нет полномочий проверять паспорт, они сейчас совершили превышение должностных полномочий. Они не полиция, чтобы вас силой удерживать. Ну, пытаются. Так что вы вправе написать заявление. Светлана, зови инспектора со старта. Ну, вы, кстати, не обязаны ждать полицию, так что вы можете уйти. Дайте вы за меня встаньте просто сюда, постоите. Молодой человек. Нет, вот билет у меня есть. А, ну билет есть, тогда все. На линии кажется. Все. Давайте. Да вы предъявили билет? Нет, мужчина, видеорегистратор, билет. Сказал четко и ясно, что он совершил административно. Это билет принадлежит женщине. Он от нее взял билет, да. А иные доказательства какие-то есть? У нас видеорегистрация, да, все теперь? Есть. Ну все теперь. А что ладно, тогда ознакомьте его с доказательствами по делу, вот, с этим правонарушением. Конечно, ознакомлен. У него есть 10 дней на обжалование. Все это контролируем. А на каком основании вы будете выносить постановление? На основании великого права. Прошли, да, вдвоем прошли. Я думал, что у нас два раза снимали. А за какой женщиной он прошел? Прошли вдвоем с женщиной. Значит, мужчина, видеорегистратор, признал правонарушение, сказал, что он нарушил. Нет, к сожалению, у нас предупреждение. Полицейский, я был свидетелем по данному факту. Мужчина прошел по билету. Кто там прошел за ним, это уже другой вопрос. У него есть билет, он может его предъявить. Да, за ним кто-то прошел. Или он за кем? Нет, у него билет есть. У него билет чужой. У него на руках билет женщины. Он его украл. Давайте составим материал. Если он его украл. Мне видеорегистратор сказали, что это билет предъявите женщине. Видеорегистратор. Конечно, есть. Да, 25.1 выполните тогда. Ну, естественно, все это есть. Но это делается. Но вы можете предъявлять? Конечно. Вы постановление сейчас выносите? Конечно. Он поедет завтра в отдел. У него здесь 10 дней на обжалование. Нет, обжалование это другое. Вы сейчас рассматриваете дело об осуждении правонарушении. В соответствии с 25.1 вы должны его ознакомить с всеми материалами. Он вам все. Вот, вы человека с билетом сейчас привлечете к административной ответственности? У него нету билета на руках. Это билет принадлежит ему. Хорошо, полицейский. Мужчина, да. Я бы хотел написать заявление по тому факту, то, что данный молодой человек применял физическую силу гражданина, удерживал его. Тогда мы тоже будем писать заявление. Я стал свидетелем этого. Вы стали свидетелем, но не вы должны писать, а молодой человек. То есть я не могу написать? Нет. Как ваша фамилия? Какая разница? Ну я к вам обращаюсь. Статью 5, пункт 5. Выполните, пожалуйста, закон о полиции. Я вас не задержу. Вот, и что дальше? Если я вас задержу, хорошо, 02-1-4-4. Да. Получите дисциплинарное взыскание. Конечно. Мужчина, не надо меня за руку брать. Если я вас задержу, то я вам обязан. Да, а вы так обязаны, я вам обращение делаю. Я вас не задержу, молодой. Вы закон о полиции знаете да. Вообще? Да? Почитайте. Статья 5, пункт 5. О чем говорит? Почитайте. Ну, почитайте. В общем, я пропикиваюсь еще раз и прохожу, или как? Да вы уже прошли. Я вкусил вперед, вы уже... Я думал, что... Подождите, не давайте объяснение. Нет, я там же... Не надо. Вас не предупреждали пока о ответственности и так далее. Вам права не разъясняли еще. Вот, вы не понимали, я говорю, я не нарушал. Она ваша жена? Да, жена. Еще раз, билет чей? Мой билет. Ваш билет, все, он прошел по своему билету. Кто там дальше прошел, это не имеет значения. Он может не давать показания, кто там прошел, он может не знать, кто прошел. Вы можете быть свободны, вы тоже можете быть свободны, пока что. Полицейский. Заявление у меня примите только.
пожалуйста. Вот на данных граждан. Они вам что сделали? Я стал свидетелем того, как они применяли физическую силу гражданину. Хотел бы, чтобы по данному факту была проведена проверка. Я приложу видеозапись, когда меня вызовут на опрос. Так что давайте сейчас примем у меня заявление, и я пойду. Мне с вами идти? Убираем? Да, не снимаем. Я говорю, убираем, конечно. Потому что помещение нельзя снимать. А название чего? Это служебное помещение. Давайте вы меня там примете заявление. Нет, я вас принимать не буду. Ну ладно, хорошо. Камеру убираем? Зачем? Она не снимает, я говорю. Я вам еще раз говорю, убираем камеру в карман. Чем регламентируется? Здесь служебное. Закон сошлете, сразу уберу. Здесь служебное помещение. На основании какого закона? Я вам говорю, здесь не снимают. И что? На основании какого закона? Закон? Молодой человек. На основе закона действует. Мне не надо закона, я говорю, здесь служебное помещение. Ну если вам не надо закона, а вот у вас камера же висит. Это наша камера. Ну и что? Это ваша. Моя камера. Здесь не снимают в моем помещении. Я и не снимаю ваше помещение. Камеру убираю? Я ее держу. В карман уберите, молодой. Зачем? Я обязан убирать снимать всю камеру. Давайте цирк не будете устраивать. Примите меня заявление. Да вы цирк устраиваете, не я. Нет, вы просто неграмотные, законов не знаете. Конечно. И редко сталкиваетесь с тем, что от вас их требуют. Представь. Документы. Не имею при себе документов. Это, конечно, неправда. Да что ж так плохо? Ну так вот. Не паспортный у нас режим. У меня же данные ваши. Я продиктую. Мне надо подтверждать. Студенческие исключения. Подтверждайте. Не имею при себе документов. Подтвердите мои данные через дежурную часть, если вам надо. Вашу фотографию там сейчас не увидим. Ну, все равно меня по адресу проживания вызовут, и я предъявлю все данные тогда. Что там происходит у нас? А пассажир-то который административный правонарушитель совершил? Куда он? Бежал уже? Бежал. Данные ваши. Посмотрите там за нашими вещами. Это свет у нас действительно. Владимир? Да. Сколько есть? Ну сколько? Если вы не будете писать письма, вы хотите, чтобы я написал? Заявление вы будете писать? Буду. Ну. Ручку писать мне. А, сейчас, озвучку? Да. Ну ладно, сейчас я допишу тогда, хорошо. Да, хорошо. Так, на имя кого заявление? Начальнику. Город Москва, да? Да. 4-й отдел полиции. Так, вы мне представитесь или на вас тоже написать? Что вы представитесь? Ну, вы мне представитесь или на вас тоже написать заявление? Старший сержант Усачев. Старший сержант Усачев. Вы поняли то, что по пункту 5, статьи 5, вы обязаны представляться, когда к вам подходит гражданин? Так же абсолютно, как и когда вы к нему обращаетесь. Хорошо, молодец, сейчас. Все, хорошо. Написали? Да, написал сейчас число подписи. Число какое подписи, число? Ее здесь 12. Мне 16 объяснение еще взять. Сразу. 12, ага. Да, было бы неплохо их всех личность установить и сразу. Было бы неплохо их всех личность установить и сразу опросить, чтобы уже материал был. Это будет уже инспектор заниматься. Ну, в принципе, да. В принципе, да, лучше, чтобы они показались. Так. Давай мне такой вопрос. Бежали. Начнут больше платить, а их уберут. Так. Их не работают, а что? Ну, вы имеете право, по крайней мере, задержать кого-то.
Они превышают свои полномочия. Теперь у нас вообще там перед человеком вставал, за руки ухватал. Не первый человек жалуется, что он себя некорректно ведет. Да он вообще как, у него взгляд еще как пес какой-то, я его, ну так, его может человек испугаться. Приходит, убери секрет его оттуда, посади его в клетку. Себе позволяет на любви. Ничего себе. Так. Нет, гражданин на него орал. А. Так. Ну там гражданин немножко подвыпивший был, поэтому. Да, он всех сюда тащит, чтобы не расписались. А если он не хочет расписываться, вот я даже не захочу расписываться. Охотники? Еще какие? Так. Так, мне нужен ваш паспорт. Пожалуйста. Да. Там данного. Угу. Сейчас будет. Вот мой паспорт. Пожалуйста. А это я тут в родном 5-м полку шофером работаю еще. Разрешение на оружие. Вот оно. Свежеприобретенное, потому что сегодня ездил только приобретать. Запущено на 39, да-да-да. Вот. Так, где? 12-е. Число подпись? Написано, собственно, ага. Вручную. И роспись. Помимо этого, могу еще показать, у меня такая интересная бумажка есть. И роспись. Вот так вот. Все, спасибо. Я понял. То есть, а вы когда передаете заявление? Завтра. Я понял. То есть завтра позвоню, узнаю номер Косипа, да? Ну вам позвонят. Да, точно. Все, спасибо. Всего доброго вам. Удачи.